Круто, мощно. Hey, приветствую с тобой, Грей. Сегодня мы с тобой сыграем в игру Hajime no Ippo The Fighting. И уверен, что эта игра разожжет огонь твоего сердца. Вперед! Данная игра является японским эксклюзивом, как вы... Вперед не нажимается, ну, со второго раза нажалось, 97 год. Японский эксклюзив, еще раз повторюсь для тебя, специально, просто. Понимаешь? Кто для тебя сегодня специально что-то делал? А вот я делаю. Игра эксклюзив для японского рынка, поэтому она, собственно, на японском. И русского текста здесь. Да вообще никакого другого, в общем-то, мы не увидим. Посвящена игра известной манге, аниме-сериалу про, собственно, Макуночи Ипо. Называется у нас «Первый шаг» в российской озвучке. В общем-то, это бокс, это серия спортивная про бокс. Как видите, наш лысый тренер. Все по заветам Рокки Бальбоа. Старый тренер. Вот там, правда, вроде был не лысый, но лысеющий был. Вот он обучает нас, других боксеров. И случайным образом и попадается ему на глаза. И начинает заниматься его. Это очень сильно увлекает, он начинает этого балдеть, кайфовать. И, в общем-то, в итоге становится профессиональным боксером. Такая вот она и история. Классно, конечно, он рот открыл. Как будто бы он что-то на самом деле жевать должен, но... Уже он разговаривает. В общем, пришли первый раз, так понимаю, в зал, и вот сейчас идет знакомство с местными боксерами. Если что, это не я делаю стек за звуком. На озвучке сэкономили, поэтому в целом... Знаете, какие у него мышцы уже на данный момент, на самом-то деле? Он, будучи даже не профессиональным боксером, уже просто должен уметь выносить кабины на раз-два. Вот, собственно говоря, сейчас-то его и наказывают. Будучи не профессиональным боксером, он вышел все-таки против того, кто уже определенно занимается не один день.
сейчас у него в голове различные страдания, мысли. Но видите, он не сдается, идет в бой дальше, чтобы получить еще раз кумпол и упасть. Отлично. Видимо, в данном видеоролике поврежден был звук. И вообще, игра, судя по всему, не в лучшем своем состоянии находится. Потому что она работать пока что не сильно хочет. А вот и какие-то еще подоспели боксеры, собственно говоря. Тренер наш нас оценивает. Шо лысый. Это довольно позитивные, смотрю, ребята. Один у нас, скажем так, добросердечно отреагировали. Ну, даже здоровяк, кстати, тоже, видите, показывает, что ты молодец, что не сдох, наверное. Молодец, что не откинулся. Ну, я так понимаю, ИППа должны были принять, потому что иначе это не была бы игра про бокс, собственно говоря. А вот тренер этот здоровяк, собственно, стоит перед нами. Втирает нам какую-то дичь, возможно. Возможно и нет. Я так вижу, тут будет очень много тренировок. Посмотрите на эту опцию. Нам как раз таки рассказывают, что типа делать. А, мы теперь будем на каждый день недели забивать отдельно тренировочку. Твою. Да, прям по серьезу. Ну, сказать, что нас заваливают текстом, это ничего не сказать. Ну, видите, он на каждый день прям, точнее, через день даже. Чтобы был отдых и была какая-то тренировка. Старт-тренинг, да, давайте стартанем. Наверное. Мы стартанули? Хз. Пробежка. И что, я выбрал пробежку? А, теперь выбираю, когда. Пробежка, да. Необычная тренировка, надо сказать, выполнена. Вроде как он не должен был бегать на второй тренировке. Но я хз. Как тут выполнено? Как будто бы вот я выбрал ботинок, и он чисто бегает. Хотя я там, ну, видите, на разные дни распределил другие виды тренировок. Так, тренер что-то от нас хочет. R1, L1. На самом деле, будем честны, для файтинга здесь довольно-таки мало файтинга.
Да, со звуками проблемы у игры. Какие-то непонятные списки, короче, тут прям намудрили, намудрили. О май гад. Я довольно-таки сильно не понимаю, дерусь ли я сам. Видимо, не очень. Забавно, в принципе, наверное, даже моменты. Ну что ж, Макунович пытается держать дистанцию, но при этом и сближаться. Наносит урон в грудь. Ставит блок. Видите, почти уворачивается, но получает хлебовеску. Отвечает тут же. Блок, отлично, лицо цело. Пробивает, набывает бор. Эх, нет, вот это мощный удар пропускает Макунович в бошку. Хороший удар вдыхало, но тут же получает ответный. Хлебало с правой. Блок снова ставит Макунович. Пробивает сам, ах, блок. Попадает по нему. В корпус. Первый раунд кончен. В смысле, окончен. Похоже, не победил наш герой. Ну да, охренительно. Тут-то вы нам такую крутую модельку показываете, да? Квадрат, X, круг, да. Короче, я могу все прожать, зашибись. Я так понимаю, нас продолжают оценивать. Будет вообще второй раунд или что? Или мы все проиграли? Кажется, я теперь понял момент. Мы должны настраивать Макуноучи перед каждым боем через подзвисшую музыку. Это особый такой ритуал. Видите? Мы, типа, выбираем, какие он приемчики может использовать. Или тут, возможно, как часто он их будет использовать. Да, и плюс мы также, я так понимаю, настраиваем и другие какие-то параметры, но опять же, так как непонятно, что за параметры. Мы предпоследний еще не выбирали, давайте тыкнем туда. Ну, здесь тоже какие-то процентовки, возможно, как он будет больше в защите, в атаке. ХЗ. Посмотрим второй бой. Довольно странно, что как бы здесь автоуправление идет, а мы лишь настраиваем. При том, что игра названа Fighting. Тот же самый противник, раунд 1. Макунович сближается. Пробивает блок. Защищается. Апперкот неудачно. Снова удар под дых, но в никуда. Получает по лицу. Проигрывает. Проигрывает уже по очкам и по... Снова блок. И сам пропускает в пресс. Неудачный апперкот и пропускает сам при этом в лицо. Удачный блок! Блин, надо было бить, надо было добивать. Типа, че что творишь, туда твою мать? В блок.
блок попадает неизвестная гнида. Ой, пропускает двоечку. Да, снова какую-то свою коронку выдает Ипа, ну, в никуда, и пропускает опять же сам в лицо. Да, пока Ипа явно опять прыгает по очкам, опять пропускает, да что ж такое? Пытается в корпус, не получается. Снова этот блок. Боже мой, как же его противник-то хорош. Ну, сейчас Ипа увернулся по козырному. А, сейчас пропустил по козырному. Вроде как попал. Блин, добивать надо было. И снова двойку пропускает в лицо. Опять двойку пропускает в лицо. Ипа просто ничего не может сделать с этими двойками. Они просто его ахиллесова пята. Да и сам попасть при этом никак не может. Ох ты мой. Да, его просто завалили. Такой он и не встанет. Ну, в любом случае, уже проиграл, тут без разницы. Что происходит, Сыпа? Ну, тоже пофигу. Походу, кто-то плохо его настроил на этот поединок. Он валяется, он в полной отключке, он там заплывает слюнями. Все, он в плену Морфея. И до этого было, после этого боя как бы еще на новый уровень продвинулся. Гнида с недовольными глазами победила нас. Ну что ж, друзья, тогда на этом и закончим, пожалуй. Вот такая вот игра получается. В целом, что сказать, ну да, есть тренировочки, есть бои, но то, что бои автоматически, это, конечно, как-то, по мне, ну, не очень. Я понимаю, это не Fight Night. И, возможно, они не могли придумать что-то свое в то время, но хотя бы наподобие файтинга реально бы сделали игру, а так как-то, ну, блин, ты просто смотришь, как они там дерутся, и Ипа всасывает. И, скорее всего, я думаю, Ипа будет очень часто всасывать. Я так понимаю, мы этот бой просто должны пройти всеми путями. Но, скорее всего, Ипа не дано на данный момент, потому что нужно нас как-то по-другому его настроить. В общем, рейтинг интереса этой игры 0, наверное, я поставлю, потому что, ну, вообще как-то это не вызывает никакущего интереса. Ну и противник, кстати. Ну ладно. Тут мы уже не будем особо обращать внимание, потому что мы заканчиваем. Можете писать свое мнение по поводу данной игры, в целом по поводу аниме, смотрели вы, не смотрели, может быть, читали даже аниме. Знает. Может быть, у вас есть с чем поделиться. Гляньте, какой бы вы подрежь где-то в этом бою. Противник послабее, так сразу же, да, начинаешь радоваться. Он даже заблокировал коронку этого бойца. Нормально устроился. А вам, друзья, желаю счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что вы, собственно, тоже человек вокруг кого-то. А я вам также на завтра даю мне задание, которое вы можете выполнить. Да, так проснетесь, просто улыбнетесь, не знаю, сделайте какую-нибудь зарядочку хотя бы простенькую. На этом всем спасибо и до встречи будущих.